Значит, я свою Шкоду Корок в комплектации Ambition брал примерно за 1 900 000. Это было 2001 год. Ну, покупал в марте, привезли, отдали где-то в конце мая. Вот давайте посмотрим, сколько это стоит сейчас, такой автомобиль. Ну, неважно, какое там поколение. Главное, двигатель бензиновый, привод передний, объем 1,4 поставим, да, чтобы у нас не было вот этих MPI, да, которые не турбированы. Там есть версия, зачем-то не выпустили. Вот. И пробег поставим, как у меня сейчас, до 10 тысяч километров, да. Вот. 97 тысяч. Вот. Значит, цена сейчас от 3 286, да? Вот по возрастанию цены, давайте самое дешевое. Ну, вот 3 087. Еще какие-то даже в пути откуда-то. Непонятно, куда он, откуда и куда он в пути. Вот, это все тоже Ambition. Ну, то есть реально подорожали больше, чем в 1,5 раза. И если посмотреть, то у меня были опции важные. Это подогрев руля. Посмотрим, есть ли новые сейчас. Сейчас у нас еще есть, можно выбрать комплектацию. Здесь почему-то комплектации нельзя выбрать. Так, обзор. Комфорт. Это кондиционер, это понятно. Что-то здесь непонятно. Так. Это понятно. Что-то у них поменялся немножко дизайн. Подогрев задних сидений у меня было. И так, мультисистема, комфорт, усилитель. Почему-то здесь я не вижу подогрев руля. Ладно, посмотрим 5 предложений. То есть именно с подогревом задних сидений только вставили. Вот Ambition. 3 300 сейчас стоит, 3 500 без скидок. И в каком-то белом цвете. Ну, как у меня, вот тут уже новый идет. 3 450. Вот такие вот цены. Спасибо большое за внимание. И это все в Туле. Ну, и в Рязани. Даже в Москве ничего такого нет.